Раз, два, три, выводим. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сашенька, отойдите. Поменяли в другую сторону. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Крестьян, когда ты делаешь шаг, то ногу потом надо поднять, не надо остановиться на нее. Ты даже и туфли все равно вместе. Так, а сейчас вправо-влево. И вправо, и влево. Нет, задняя подножка. Плечо здесь через плечо. Пошли. Раз, меняем в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас первый номер делаем. Раз, два. Заднюю подножку, второй. Копом и поднимаем его. Коп. Задняя подножка. Бросок через грудь. И еще раз. Иди, Максим. Посмотрите, делаем что-нибудь. Раз. Оп. Вытащил. Пошел. Два. Раз. Разверну еще раз. Развернулся. Сделай чуть-чуть шаг. Развернуться и поднять. Пошли 10 раз. Ну а второй что? Да не играет роли, блядь. Миша, не за яйцо берем. За туловище. Зайти партнеру назад и поднять. Пошли. Раз. Два. Ногами, Миша, поднимай. Стоп. Вот вы стоите. Вот. Раз. Вот. Прижали, ногами подняли, а вы делаете раз, а потом старайтесь туловищем поднять. Поэтому вы падаете. Пошли. Три. Четыре. Саша, залезай на заднюю. Пять. Шесть. Такое семь. Да я не могу выключить. Девять. 10. Поменялись. Второй номер. Так, что, дриди ко мне. Получи свою пилюлю. Ты мне уже надоел. Поворачивайся. Ты еще раз сильнее ударил. Пошли, второй номер. Пошли, раз. Ну, покажи сзади, что ты как стоишь, как... Два. Саша. Эй, еще раз, посмотри, Саша, он залезает вот сюда, развернись. Засадни за него, развернись. Пошли. Уно. Двое. Три. Патру. Зашагну. Чинч, зашагни, Макс, левой ногой. Зашагни за спину. Восемь. 9, 10, хорошо, прошли через плечо, захват классический, сюда вход, выход, пошли, пошли, уно, через плечо, два, что это у тебя, вот это, что это у тебя, через плечо и поднять его, хорошо. Мак, ну держи захват, что у тебя болтается. Возьми его за отворот. Не ты, Мак, блин, я вообще вот где. Сделай еще раз. Что ты делаешь? Покажи еще раз. Видите, да? Руку надо поднять, локоть подставить и показать через плечо. Хачуна, первый номер делать. Вот здесь держи руку, вот тут, не вот тут. Стоп! Блин, я вообще с вами. Катерина, что у тебя с руками? Иди сюда, Андрей. Поднимать не надо, подвернись.
Возьми захват отсюда, 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 держи это рукой, что ты ее не держишь? Он упадет, и ты руку поломаешь. Взял отсюда, ему хорошо, и тебе, подворачивай. Вот, посмотри. А теперь еще раз. Вот убираешь руку. Непонятно. Ты болеешь, кто ты? Значит, держи этой рукой захват. Пожалуйста. Первый, пошел. Оно. Стой. Эй, Макс, на свое место. Патрон. Чич. Шаса. Шапка. Вот так не поднимай, вот так поставлю. О. Ноу. Дети. Что у тебя? Почему? Спина болит, так приседай тогда. Просто присядь, не поднимай, но не так делай, как ты делаешь. Подошел. Подошел, раз, а что он у тебя болит? Ты что делаешь? Сразу у всех начинает все болеть. Второй номер делай. Ачина. Старайтесь за счет ног, а не за счет спины. Как или вот туда падает, значит, у тебя рука очень сильная, чуть-чуть ниже. То же самое, посмотри, ты подворачиваешься за счет наклона. Сделай шаг, присядь, и потом чуть-чуть подвинь. За счет ног, старайся сильно не наклоняться. Пошли, пошли, раз. Два, три, четыре, поднимаю, пять, посмотри у тебя вот тут, шесть, вот тут рука, вот здесь, не здесь, а вот сюда, семь, восемь, девять, вот сейчас хорошо, видишь, как он делает, десять. Смотри. Значит, еще раз. Партнер стоит. Стоит. И когда ему делают зацеп болен, ему показывают. Он ногу просто убирает чуть-чуть и расслабляется. И он там получается. Раз, два. Иди сюда, Мишаня. Беру захват, ножки шире. Беру захват, да, и подошел. Раз, и как будто бы ноги шире. Значит, еще раз, боком подошел, и делу должен зацеп. Он должен расслабить ногу, видите? Ну, еще раз фронтально. И раз, видите как? Опять сделаем. И два, без броска. И не отрывая, оп, движение идет. Пошли, зацеп болен. Смотри, еще раз, посмотрите. Боком надо стоять, надо сделать шаг, да, раз, а второй нога идет сюда, раз, можно даже сюда сделать, раз и два, так, голенью, второй номер, где держим, смотрим, вот здесь держим, вот тут держим и здесь держим. Ближе к нему. Ближе. Хорошо. Миша, иди сюда. Миша показывает зацеп голени. Я убираю ногу, показываю через бедро. Миша пошел зацеп голени. Я раз убираю и показываю через бедро. Еще раз, только Миша цепляет, я ногу убираю, показываю через бедро. Аджина? Ну поднимай, что поднять не можешь. Что ты не так не становишься? Стоп, мате. И иди сюда, Мишенька, еще раз. Миша, ты какой нибудь подставляешь?
Нога стынга, дрябка. Дрябка, стынга, дрябка. 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 Маркешки. Дрябка. Делаем. Раз. Да? Зацеп. Переубираю ногу. Значит, ты какой ногой должен делать? Аджина. Аджина. Понял. В одной стойке даже все. Да. Нет. Еще раз. Возьми запах. Покажи. А зачем меняешь захват? Ты туда поворачиваешься. Убираешь ногу назад. Еще раз. Да, молодец, умница. Саша, мэйдзи, ранний мэйдзи. Ты какой ногой будешь делать? Левый? Иди сюда. Почему ты так захватываешь? Ты так должен стоять. Должен делать этой ногой. А если ты туда делаешь, значит ты должен вот этой ногой цеплять. Вот. А вот туда разворачивай. Захват, захват какой? Вот эта рука здесь нужна. Где это такое делаешь? Чтоб тебе было удобно. Не отсюда, а больше. Раз, два. Хорошо? Потом поменяли второй номер. Нет. В одну и ту же сторону встаньте. Листинга. Раз, убирай ногу туда. Вот. Или поменяйте захват. Пошли. Вот. Вот. Нет, Андрюха, в другую сторону разворачивай. Взяли захват. Возьмите захват. Вот у тебя захват. Двумя руками возьми. Ну у него какой захват? Возьми ответный захват. Наоборот. И вот та рука, которую тебя держит, вот той ногой надо делать. Развернись, наоборот. Бери захват. Вот он взял захват. Я должен отсюда захват. Твоя рука сверху. Значит, я должен зацепить, убираю ногу, разворачиваюсь и иди вот туда кидаю. Опять неправильно. Развернись. Вот кто это будет играть тебя? Убираешь ногу и сюда разворачиваешься. Хорошо, Мате. Блин, я ударил опять. Сюда, Миша. Миша подворачивается не через плечо, через бедро. Раз, я его поднимаю. Миша меня поднимает. Миша подседает, меня поднимает. Потом я его поднимаю. То есть я захватил, раз его поднял, Миша раз меня поднял, то есть по очереди. Пять раз один, пять раз другой. Да, теперь ты его. Теперь ты его. Опять. Поехали. Не наклоняться, а присесть ногами поднять. Хорошо, Мате. Встряхнулись. Один древ знает. Бедро. Все. Ну, задний еще. Все, не зацеп, нет. Как вы все забываете? Так, сели на колени. Мышцы шейку разогрели. Это те колени, да? Уши шею разогрели, шею тоже разогревали. Плечики тоже разогрели. Сейчас паркали будем бороться. Так, Андрюха, ко мне. Значит так, все встали стойку. Посмотрите внимательно. Я ставлю руки, ума, затылок, держи шею. Убери руки, вот так. Держи шею, держи.
держишь и делаю раз плечу, да, два, три. Понятно? Сделали по три раза. Стоп, идите сюда. Винкоч. Иди сюда. Иди сюда. Эй, бестолковый, блин. Миша, я тебя, наверное, сейчас врежу один раз. Не здесь, вот где, затылок, вот локти ставим, вот затылок, вот. Паша, еще три раза. Uno, dos, tres. Баскетбол, сын говорят, ты умер. Uno, dos, tres. Марш, что ты здесь держишь голову? Держи здесь. Еще раз. Три раза. Uno, dos, tres. Поменялись. Uno. Держи шею. Давай. Три. Таша, шею не надо держать. И нафиг ты заделать. Что ты планишь? Семи фактор. Ажина. Понял. Тебе что, мало там места? Куда уйди? Боройся, надо. Уже как живая команда. Бороться, ты все хочешь, кланяешься. Не зажимать. Саша, зашел назад, руки. То, что вчера учили, мы изнутри. И переворачивай души. Вот так, вторую руку тоже держи. Ногами держи, души его. Макс, еще раз. Еще раз, отпусти его. Отпусти его. Ложись на живот. Ложись на живот. Сел сверху, Кристиан. Вот такой там, помнишь, антипенька у меня был. Вениамин. Симпатичный мальчик тоже. Вот точно, блин. Задрал тот меня. Весь такой мордой такой помню. Симпатичный такой мальчик. Как Артур? А? Как Артур такой? Точно, блин. И морда такая же, блин. Точно. И даже выражение лица. Точно, блин. Он вечно чем-то был недоволен. И что? Ушел. И что? Пошел на боевой сам. И все, и больше его нигде не видел. Пошли! Подойди сюда, пожалуйста, блин. Значит, ребятки, вспоминаем то, что вчера учили. Первое. Партер попались, зайдите назад. Руки здесь не держите, он вас скинет удержание. Отсюда руку. Раз, выключи. Дал одну руку. Держите тогда здесь. Перевернись. И переворачиваться не сюда, потому что рука не держится. А вот этой рукой. Сюда перевернулись, дальше душите. Колени убрали, сели на болевой, задушились на удержание. Еще раз, здесь руки не ставьте, потому что он схватит за руку. Да. Вот, схватит за руку, если вы ставите на татами вот впереди. И локоть потравмируете. Еще раз. Или на плечи ставьте, или сюда. Оп, сюда. Перевернулись, ногами держит и задушили. Смотрите, как душит. Не так. Палец убираете отсюда, раз сбоку. И все. Сбоку, снизу. Хоп. Идите. И не так душить, а чуть-чуть сбоку, чтобы его не сильно больно было. Пожалуйста. Джим! Пошли! Одна минута. Чемпионат города. Саша, зайди назад, Саша. Больно. Зайди назад. Сядь. Все. Взять на него. Ты такой большой. Можно его потычь в ковер. Вот так. Вот. Можно, ложись на него, чтобы дышать медленно. Вам опять еще раз. Саша, положи. Ложись, ложись. Все,
вот сюда руку вот взял, задушил, ногами здесь держит, вот сюда раз, не дает, и не надо, голову правку задушил.